Все, снимаюсь. Друзья, в этот теплый, солнечный весенний денек при огромном стечении людей в Москве открыли памятник срущей собаке. Каждый год, когда сходит снег, на наших улицах появляются подснежники. Нет, это не те ужасные цветы, растущие в лесах и на полях нашей огромной страны. Нехер нам шнуровать эту, блядь, западную телегу, что давайте ходить с пакетиками, говнище собирать по всей округе. Мы прекрасно же, вот смотри, блядь, все. Кто из нас не любит пройтись по двору ранней весной, когда чернеющий от пыли и грязи снег сходит и появляются тысячи аккуратных кучек? Зрелище это поистине восхитительное. Одному Богу известно, каких усилий это стоит собачника. Да, рука сама так и тянется к пакетику. И вы не представляете, каким напряжением воли, какими усилиями я сдерживаю свой эмоциональный порыв. Собирание в пакетике, вот это все, что неестественно для нашего организма. Ведь говнище, чем оно хорошо? Тем, что мы себя не ограничиваем никак. Мое естество, оно требует этого. Конечно, есть еще в нашем обществе люди, которые убирают собачье дерьмо с наших улиц. Не пора ли законодателю подумать над принятием закона о запрете убирать за своей собакой? Ведь так мы можем черт знает куда прийти. У меня сыну 4 года. И вот мы по весне выходим на улицу, в песочницу. Он там играет, и вы знаете, как он счастлив, когда находит припрятанный в песочке собачий экскремент. И он счастлив, а он счастлив, и я счастлива. Можно ли лишать наших детей этой радости? Вы поймите, сохранение традиций очень важно. Еще в советские времена за собаками никто не убирал. Людям это стало нравиться. И вот, значит, приходит это новое веяние. Я не знаю, там с запада оно пришло, там, или с востока, и куда мы так придем? Ну, это уже упало на землю, я считаю, это общее. И как бы они говно убирают, женщины ходят, смотрят, дети. Как потом на них это скажется, я вообще не знаю. Ну, я не одобряю. Но, к сожалению, тенденция налицо. Скоро, возможно, даже скорее, чем мы ожидаем, эта иностранная блажь сметет с наших улиц замечательное природное явление. Люди ждут весну, в первую очередь, именно из-за этого явления. А что будет, если все начнут убирать за своими собаками? Ну это же огромная травма. Это что, выходишь на улицу, а там чистый газон? Нет, так дело не пойдет. Где хочу, там и гажу. Я надеюсь, что памятник срущей собаки заставит людей задуматься, а возможно остановит и повернет вспять эту неприятную тенденцию. Андрей Цветков специально для...